Один удар и уголовное дело. Житель Калинковичей может сесть в тюрьму за хулиганство. Ударом кулака он разбил бензоколонку на одной из АЗС Мозырского района. Со своими знакомыми на автомобиле он ехал в ночной клуб в качестве пассажира. По пути водитель остановился на заправке, сходил на кассу, ставил в бак пистолет и стал заливать топливо. В этот момент из машины вышел 25-летний пассажир. Так как он был пьяный, едва стоял на ногах, водитель попросил его вернуться в салон. Но уговоры лишь раззадорили дебошира, и тот со всей силы ударил по топливно-раздаточной колонке, да так, что разбил стекло и монитор. По факту совершения хулиганства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.